Забирай, я потеряю источник дохода. Роланд. Брик. Never thought I'd be back here. Last time we talked, you didn't sound too eager to see me again. Времена изменились. Твоя помощь не помешает. Even from a bloodthirsty psychopath? Кто тебя так назвал? Джек? No. You did. 3 years ago. О, извини. Рад снова тебя видеть, Брик. Good to be back. Но вы еще поцелуетесь. Seriously? Если честно, то я понятия не имею, как открыть эту дверь. Извините, что прерываю, но у нас мало времени. Вам нужно попасть в перспективу. Последнюю дверь может открыть только Джек, пройдя биосканирование и назвав пароль. Убейте одного из двойников Джека в перспективе, и тогда я смогу открыть дверь. Мне не нравится, что Ангел тобой командует, но иного выхода у нас нет. Ты уже знаешь, что ей нельзя доверять, так что... Осторожнее. Эй, Слэм! Последнюю дверь может открыть только Джек, пройдя биосканирование и назвав пароль. Убейте одного из двойников Джека в перспективе, и тогда я смогу открыть дверь. Сегодня же приезжайте в перспективу. Так, давай сразу это проясним. Да, большинство моих товаров подобрано с трупов и искателей приключений. Удачи! Если у тебя с деньгами порядок, то и со здоровьем будет порядок. Yeah.
требуется ремонт. С помощью которых Джек обманывает убийц и держит в страхе подчиненных. Всем машинам поблизости. Это нужно для того, чтобы двойники могли протягивать руки для поцелуя и в 3D
фотографироваться с детьми вместо Джека. Часики еще и звук записывают. Джек обожает листевые речи своих слуг. Нам нужно создать модулятор, который сделал бы твой голос похожим на голос Джека. Подойди к информационной будке. Что кое-кто на этой планете до сих пор верит в разные глупости вроде ангелов, демонов и древних воинов с других планет. Таких людей мы называем разбойниками. Да, это сработает. Если мы добудем еще несколько образцов голоса Джека, я смогу настроить модулятор. Пройдись по остальным будкам. Вы знали, что за границами перспективы шансы на то, что вам проветрят кишки, увеличиваются в 8000 раз? Это научно доказанный факт. Осталось совсем немного. Парочка будок и все. Знаешь, что там, куда ты сейчас смотришь, будет построен дворец удовольствий? Все верно, за 1000 баксов ты сможешь провести час с моей копией в полный рост.
unhealthy confidence, then you're not working hard enough. A miserable worker is a hard worker. Детки, а вы знаете, от чего отказались ваши мама и папа, чтобы вы смогли жить в перспективе? Да буквально ни от чего. Вашим родителям хорошо платят, я кормлю их и защищаю. Запомните, вы должны любить своих родителей, но меня любить нужно еще больше. Боеприпасы Маркуса и убийство понятия неразделимы. Помни, у нас всегда открыто. Постарайся не умереть. А вам известно, что разбрасывание мусора по законам перспективы карается смертной казнью. Вы этого не знали? Тогда имейте в виду, выражение недовольства законами перспективы приравнивается к разбрасыванию мусора в словесной форме. Часы быстрее. Ну или медленнее. Я вижу файлы. Готово. Теперь бери модулятор. Отлично. Теперь ты, к сожалению, будешь говорить голосом Джека. До тех пор, пока не доберешься до двери. Когда придет время, я назову тебе пароль. Testing! Testing 1-2! 1-2! Oh, and now I have the voice of a douchebag. Great! Ангел! Неужели ты всерьез думала, что сумеешь укрыться от меня, а? Ангел, можешь попрощаться со своим другом. До встречи. Значит, тебе удалось найти способ проникнуть в зону управления? Ха, удивительно, что Ангел сдержала слово. Что ж, пора отплатить услугой за услугу. Возвращайся, и мы займемся ключом от хранилища. Здорово, ребята! Это сообщение от красавчика Джека адресовано строителям перспективы. Вы, господа, творите будущее. Это сообщение для алых налетчиков, для так называемого сопротивления. Видите сияющий город на горизонте? Вот с чем вы боретесь. Вы сопротивляетесь порядку. Подумайте об этом, когда будете засыпать в собственном дерьме. Раньше все было по-другому. Здесь Джек не пройдет.
я с вами. Обсуждению это не подлежит, точка. Я хочу, чтобы ты защищала убежище. Если мы окажемся в западне, то все эти люди останутся без охраны. Потому что так захотела Ангел. Все дело в этом, да? Лилит, черт побери, просто поверь мне, ладно? Если тебя убьют, я буду адски зла. Понял. Если выживешь, я сорву с тебя одежду. Лилит, мы стоим вот здесь. Nobody wants to hear that. Go on. Пора произнести последние слова для потомков.